Стоимость разовых поездок на головном участке трассы М-11 Нева от Москвы до Солнечногорска увеличилась с 9 января в рамках ежегодной индексации тарифов. Об этом накануне сообщили в Северо-Западной концессионной компании. Для автомобилистов, оплачивающих проезд без использования транспондера, цена выросла на 10-60 рублей в зависимости от участка дороги. Путь по платной дороге от Москвы до Солнечногорска теперь днем стоит от 950 до 1200 рублей в зависимости от дня недели при оплате без транспондера. А при наличии такого устройства тариф составляет 795-1005 рублей.